Всем привет! Друзья, в связи с сложившейся ситуацией нужно подумать о своем здоровье, нужно кушать много витаминов и укреплять свой иммунитет. Поэтому сегодня я приготовлю простой в приготовлении, легкий, свежий и очень вкусный салат, который так и называется «Здоровье». Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком салате, и обязательно ставьте лайки. Обязательно будьте все здоровы и давайте начнем готовить. Для начала зеленый лук нужно крупно нарезать. Помидоры черри нарезаю не слишком крупными дольками. У авокадо удаляю косточку, очищаю его от кожуры и нарезаю на средние по размеру кусочки. Все подготовленные ингредиенты я переложила в миску. Руккола я хорошенько промыла под холодной проточной водой и обсушила бумажными полотенцами от лишней влаги. В миску добавляю рукколу. В салат добавляю кунжут, приправу итальянские травы, лимонный сок, соевый соус, оливковое масло, добавляю соль, перец черный молотый и все хорошо перемешиваю. Салат «Здоровье» готов! Вот такой получился чудесный, очень вкусный и очень полезный салат. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления салата и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!